Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о том, как быть верным человеком. Есть так называемая любовная зависимость. Людей все время мотает, как говорится, по чужим подушкам. Они протирают затылки лысины на чужих подушках, бродят из подъезда в подъезд, меняют партнерш или партнеров. Они не могут быть постоянными. У них даже может быть муж или жена, дети, но их все время куда-то несет. Особенно это происходит, когда они выпивают или употребляют какое-то наркотическое вещество. И вот у них под этим воздействием начинается любовная зависимость. Они перебирают партнеров как колоду. Это ни к чему не обязывающие отношения, крайне разрушительные, потому что мимо вас проходит реальная жизнь. У вас есть своя семья, у вас есть дети, у вас есть жена или муж, но вы не видите того, чем вы богаты и чем вы вооружены уже. И если вы хотите прервать это любовное безумство, этот сатириазис или эту нимфоманию, welcome. Врач-психотерапевт может помочь вам обрести верность, спокойствие, здравомыслие и жить реальной жизнью. Потому что беспорядочные половые связи в итоге измождают человека, он потом уже теряет какие-то основания, на которых живет любой нормальный человек. У него в итоге все рушится, и эти связи, они уходят, и семья покидает. Ну какая нормальная женщина или мужчина потерпит, что вы там где-то бываете на стороне? Это ж никому не понравится, поэтому запутались. Приходите. Врач-психотерапевт Гужагин Виктор Владимирович поможет вам. Избавление от зависимостей. Доктор Гужагин. 89 72 52.